Кто главный? Диалог. Кто из нас главный? Решила я поставить вопрос ребром. Я или ты? Обращаясь к своей лирической героине. Последнее время что-то ты стала много выходить на первый план, затмевая или даже полностью затеняя меня. Можно сказать, иногда даже заменяя меня. С тобой общаются разные люди, принимая тебя за меня. Ты разводишь разную деятельность вокруг себя. А лирическая отвечает мне: да что ты, ничего такого не было у меня на уме. Я просто существую в двухмерном мире, в котором мне гораздо сподручнее, чем тебе. А там, в твоем трехмире, мне невозможно жить. Там царишь ты. Как водится, где сердце твое, там и сокровище твое. Где время твое, там и внимание твое. В каком мире проводишь больше времени, тот мир растет и богатеет. Не хочешь, чтобы я была главной? Уходи в свой трехмерный мир и царствуй. Вот такой диалог у нас получился. Кто главный?